Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Сариков. Сегодня я расскажу, как я делал заливки для своих китайских наушников. Я думаю, что будет интересно. Погнали! Друзья, сегодня видео разговорное. Я расскажу о том, как я делал себе заливные наушники и что из этого получилось. В общем, была такая мысль сделать заливки для своих китайских наушников KZ-AS16. Вот что из этого вышло. Вот так это выглядит. В общем, расскажу предысторию, как это все получилось. Мне всегда в наушниках не хватает звукоизоляции и герметичности, то есть во время выступления всегда наушники немножко отходят, и из-за этого портится звук. Я решил сделать себе заливки. Делается это очень просто. Вы приходите в один магазин, я не буду делать рекламу магазину, то есть антирекламу никакую. В общем, есть такой магазин, куда вы приходите, вам делают слепки ушей, заливают туда такую специальную пену. Вот, потом эту пену достают, и по этому слепку уже изготавливают вам заливки прямо вот на ваши наушники. То есть они бывают двух типов. Силиконовые, это которые можно снимать, съемные. И акриловые, это твердые, которые несъемные. Вот. Я спросил, какие лучше наушники у консультанта. Он говорит, лучше акриловые. Я попросил сделать акриловые. Что-то прошло около двух недель, может быть, неделя с небольшим. Вот, мне позвонили и сказали, что они перепутали и сделали силиконовые насадки. Вот, я сказал, что если они съемные, значит, нужно их снять и сделать акриловые. И прошла еще неделя, мне позвонили, сказали, можете забирать наушники. Я приехал в этот магазин. Силиконовые мне отдали бесплатно. Ну, раз уж их сделали, просто подарили. Вот, и сделали акриловые насадки. Я выбрал цвет. Сейчас акриловых уже не могу показать, потому что, к сожалению, наушники не получились. То есть, что-то пошло не так. Не знаю, может быть, у меня какие-то уши специфические. Может быть, была нарушена какая-то технология. Может быть, мне просто не повезло. В общем, они у меня были не герметичны. Они у меня выпадали из уха. Ну, никак не совсем вываливались, а просто отходили, и звук из-за этого как бы портился. Отыграв несколько выступлений, я понял, что это никуда не годится. Акриловые, в общем, я взял и сам разломал вот эти насадки. Вот, и надел вот эти вот силиконовые, в надежде, что будет дело обстоять лучше. Силиконовые накладки немножко плотнее, и они как-то в ушах лучше держатся. Из-за этого они более герметичны, но они все равно выпадают. То есть одно ухо у меня всегда выпадает, и работать, в принципе, в такой ситуации невозможно. Вот, не знаю, может быть, это мне просто не повезло, такой вот негативный опыт. То есть, в принципе, вы можете сделать вот такие насадки на любые наушники. Вот, это стоит 5000 рублей. Еще есть опция, когда вам разбирают полностью корпус, вот, оставляют только динамики и делают слепок еще, заливают. Вот, но можно сделать прямо на готовые корпуса вот такие вот насадки. Так что не знаю. Если вы хотите попробовать, вы можете попробовать, может быть, вам повезет. Мне не повезло, в итоге я их убрал и ставлю старые свои амбишюри резиновые. Вот такая вот история, друзья. На сегодня все, спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.